Одновременно в 5 городах в формате телемоста. В Красногорске, Улан-Удэ, Кургане, Архангельске и Ульяновске прошло масштабное спортивное мероприятие. На центральных площадях городов на старт вышли любители силового многоборья, кроссфита. Всего в 5 регионах заявились около 600 человек. Турнир организовал спортивно-патриотический клуб «Ярополк» при поддержке Минспорта. Все победители и призеры получили ценные и денежные призы. Как отметили организаторы, турнир направлен на популяризацию этого вида спорта, а также привлечение разных возрастных групп к регулярным занятиям физкультурой.